Быстрее за угол. Ё-моё. Тебе габеля, ты понял? Иди сюда, сейчас буду тебя лапами стучать. Ё-моё, какой жестокий Джорджик. А в мультике он такой милый. Да я вообще милашечка. Давай обниматься. Быстрее открывай дверь. Нет! Вот и все, попалась кошатина блохастая. Сами вы блохастые, я моюсь каждый день. Ну, практически. Ну ладно, ладно, пару раз в неделю. Языком еще намываюсь, как все коты. А что? У нас природа такая. Сами себя моем. А мы, свинки, вообще не моемся. Да я уж чувствую, попахивает тут. Какой отличный денечек, коты. Посмотрите, кто к нам переехал. Эй, кошатина, иди к нам в гости, на шаурму тебя пустим. Ой, то есть угостим вкусняшками. Вы слышали, коты? Они хотят меня съесть. Представляете, семейство Пиги поселилось здесь недавно, прямо напротив меня. Боже мой, бежим. Сейчас Пиги поймает меня и пустит на шаурму, как она сказала. А, чуметь, какой домино они здесь отстроили. Они же только вчера сюда переехали и спали на чемоданах. Боже мой, эти свиньи очень быстрые. Давайте посмотрим, что у них есть дома. Может, там есть что-то интересное? Вон она идет. Эй, кошатина, ну куда ты спрятался? Иди к нам, у нас весело. Ага, знаю я вас, поросят, как у вас весело. Слушайте-ка, а если мы разобьем стекло, она сюда придет? Смотри, она из-за кустов выглядывает. По-моему, она идет. Открываем дверь. Какой-то ключ. Еще и гамбургер. А я его взять могу? Да, отлично, у нас есть еда. Надо будет подкрепиться, пока не подкрепились мной. Вот такая вот головоломочка. Быстрее бежим. Коты, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И пишите как можно больше комментариев. Тогда мы точно сможем убежать от злой свинины. Ну что ж, открываем дверь. У-ху! Отлично. О-о-о! Вы видели, там была свинья за окном. Нам просто повезло, что мы смогли открыть эту дверь. Я, правда, понятия не имею, зачем. Но давайте попробуем что-нибудь еще нашкодничать у этих свиней, чтобы они поскорее отсюда переехали. А то чуметь, захватили мой район. Пиги сломала компьютер своей мамы. Вы должны исправить это до прибытия родителей. Интересно. А почему мы должны исправлять ее компьютер, если она сама его сломала? Тут есть ремонтник компьютеров. Почините мой комп, пожалуйста. А то не могу играть в Counter-Strike. Еще бы. Ты вообще в него играешь, что ли? Очуметь, свинья играет в контру, вы представляете? Она точно безумная какая-то. Здесь у нас есть рубильник. Масло. Это можно разбить окно. Их... Точилочка. Достаточно такая милашечная. Все, бежим, разбиваем и будем заходить через другую дверь. Оп, на, получай, свинья. Боже мой, сколько окон мы им уже разбили, они точно отсюда переедут. И мы снова будем жить спокойно. Эти свиньи наводят страх на весь наш район. Где это Пиги-то? Свинота? Кто разбил окно? Это что, Джордж? Или батя, я не понимаю, они все на одно лицо. А, бежим скорее. Кто это? Я сейчас тебе расскажу, кто я. Или ты, Пиги, опять? Я что-то запутался в них. Все, быстро шуруем отсюда. Эти свиньи точно хотят всех нас поработить и съесть. Заходим в дом. Где бы нам найти компьютер? Наверное, на втором этаже. Отличненько. Пока никого не вижу. О, гамбургер! Ням-ням-ням. Пишите в комментариях, кто тоже любит гамбургеры. Быстренько наверх. Сейчас посмотрим, что у них тут есть. Пончик! Отлично! Здесь просто еда у них. Кругом валяется. Ну, кто бы сомневался, это же свиньи. Им главное поесть, поспать, покакать. Ха-ха-ха, это кто здесь какает? Ну-ка, сейчас я тебя съем. Ё-моё, поймали нас. А я даже не слышал, как она к нам подбежала. Очуметь. Вот это свинота, конечно. Хитропопая. Вот она идет. Точно, это был Джорджик. Ты чё, братишка моего, тут обижаешь? Ну-ка, шируй сюда. Сейчас насопыркай тебе между глаз, как тресну. Быстрее бежим, она мне пятаком хочет дать прям
между моих прекрасных кошачьих глазик. Шуруем отсюда. А, ускорение закончилось. Походу, это все кирдык. Фу, коты, мы смогли убежать от нее. Получается, здесь у нас ходит и Пигги, и Джордж. И самое прикольное, что Джорджа мы вообще не слышим, когда он к нам подходит. А-а-а, Пигги опять! Бежим, у нас хоть есть теперь еда, и мы можем ускоряться. Но нам бы подняться на второй этаж, чтобы нас никто там не схватил. А, вот здесь Джордж как раз стоит. Серьезно? Или нет? А, он на втором этаже. Слушайте. Это будет сложнее, чем я думал. Когда одна Пигги еще ладно, но когда их двое... Это просто полное безумие. Ну, а берем всяких вкусняшечек. Открываем. Пока никого не вижу. Ага, у нас, кстати, светится подсказка и какой-то ключ. Что? Видимо, нам надо на второй этаж. Открывать. Ключом этот замок. Что, уже за мной бежит, что ли? Нет, 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 нет. Быстрее, быстрее, быстрее. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай, давай, давай. Съедай, открывай. А, нет! Ха-ха, попался, хватит дому у нас лазить, а то колбасу из тебя сделаем. Да ё-моё, коты, как туда пробраться к этому компьютеру? Ох, ты ж ёшкин-матрёшкин. Ладно, мы поняли, что нам надо брать ключ. У неё пятак сквозь дверь проходит, если вы видели. Это вообще безумная свинья, и она опять бежит за нами. Надо как-то вывести одну свинью из дома, чтобы там оказалось всего лишь один хрюшка. Отвали от меня. Быстрее ускоряемся. Еще и двери как-то странно открываются. Все отлично. Был бы хоть какой-нибудь электрошок, их вырубать тут. Свиней безумных. Забираем, забираем. И теперь отправляемся наверх. А вот как раз там и была рука свиньи, по-моему. Где-то здесь. Вон там сзади и быстрей. Фу. Здесь вторая лестница, что? А тут у нас еда. Неплохо. По идее, мы можем выбираться через окна. Я надеюсь, свинья на первом этаже ходит. Тон. Показывается стрелка, что нам сюда. Мне кажется, что, возможно, компьютер вообще на первом этаже. А на второй мы зря залезли. Но надо здесь все равно все проверить. Чтобы в следующий раз... Третий этаж? Что? Вы серьезно? Вот это хоромы у этих свиней. Четвертый этаж? Да где ж я найду этот компьютер? Это ж просто какое-то сумасшествие. Вряд ли, конечно, они так далеко его спрятали. А, я боюсь высоты. Вы посмотрите, как высоко. Там где-то мой маленький домик. Ё-моё. Ну где же этот может быть компьютер? Я надеюсь, что выше уже нельзя здесь подняться. А, Джордж! Ха-ха, попался, думали, тут никого нету. Ё-моё, получается... Возможно, на первом этаже где-то есть компьютер. Вряд ли настолько высоко они его будут прятать. Вон, нос опять сквозь дверь прошел. Что это за безумие? Быстрее шуруем отсюда. Ты чё к нам все в гости-то ходишь без приглашения? Так вы же меня звали, на шаурму пустить хотели. Какую шаурму? А, точно, я вспомнил, иди сюда. Ё-моё, у нее еще и с памятью плохо. Быстрее бежим. Я не знаю, коты, где может находиться этот компьютер? У нас висела стрелочка, типа подсказка, что надо идти туда! Ха-ха, куда туда? Сейчас покажу, куда! А-а-а, я уже начинаю бомбить, потому что это нереально пройти. Это семейство просто безумных свиней, которые не дают мне нормального жития. Сейчас мы разобьем здесь окно. Надеюсь, свинотки придут сюда его чинить.
А мы сделаем свое грязное дело. Хотя, с другой стороны, мы же хотим помочь этим свиньям починить компьютер. Почему они нас ловят и не пускают? Я вот этого понять не могу. Ключ лежит всегда вот здесь. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Что-то нам стрелка показывает. Непонятно что. Свинья здесь, нет? А-а-а, это Джорджик! Получается, Джордж на первом этаже. Пигги тоже где-то там шляется. У нас, правда, закончилось ускорение. Но нас сейчас схватит. Фу. Быстрее за угол. Ё-моё. Тебе, Габеля, ты понял? Иди сюда, сейчас буду тебя лапами стучать. Ё-моё, какой жестокий Джорджик. А в мультике он такой милый. Да я вообще милашечка. Давай обниматься. Быстрее открывай дверь. Нет! Вот и все, попалась, кошатина блохастая. Сами вы блохастые, я моюсь каждый день. Ну, практически. Ну, ладно, ладно, пару раз в неделю. Языком еще намываюсь, как все коты. А что? У нас природа такая. Сами себя моем. А мы, свинки, вообще не моемся. Да я уж чувствую, попахивает тут. Быстрее бежим, коты, куда-нибудь подальше. Чтобы эта свинья нас не поймала. Отлично, Пигги у нас на улице. Берем еще морожку. Я не знаю, сколько раз мы еще здесь будем пыхтеть, потому что я понятия не имею, где находится этот компьютер. И как вообще здесь могла быть еще... А, вот она, лестница, ё-моё. Я не мог понять, где она находится. Здесь главный вход. Ага, у них две лестницы, все, это понятно. Но вот теперь не ясно, где же находится компьютер. Они вроде как на первом этаже все. И надо прошерудить. А вот он, наконец мы его нашли, коты! Ух, просто безумство. Давайте починим его. Это жесть! Полное сумасшествие. Я даже не ожидал, что мы его найдем. Мы столько бегали туда-сюда. Эти свиноты преследовали нас повсюду. Но мы смогли это сделать. Теперь вы должны найти инструкцию от компьютера и принести ее к себе домой, чтобы изучить. Папа Пигги вернулся домой? Ё-моё. Эй, батька пришел, заходи, сейчас мы точно из тебя сосиски сделаем. Ой, то есть угостим вкусняшечками. Ага, ты уже много раз проговорилась. Значит, нам надо найти инструкцию. А где она может быть? Ща еще папа Пигги там будет бегать. Это вообще полный трэш. Я не знаю, коты, надо как-то нам скрываться. Открываем. Забираем. Мы компьютер-то еле нашли, а инструкцию к нему? Так это вообще будет безумством. Давай шаруйся-то! Ё-моё, они все в туфлях, кстати, ходят. Даже Джордж и Пигги. Что за семейство такое? Донашивают туфли друг за другом. У нас, в принципе, есть пирожочек. Ага, он, получается, не всю нашу энергию восстанавливает. Это достаточно мило. Не знаю, как нам удалось все-таки скрыться. Раз, два, три, четыре. Четыре этажа в этом доме. Очуметь. Разбиваем. И заходим в парадную дверь. Открывайся, дверь. Быстрее бежим, гамбургер. Где же ты можешь быть? Ага, вот где инструкция, отлично. Значит, нам снова надо найти ключ. Он, видимо, на первом этаже. Неплохо. Мы так поднялись на рандомщике. И сразу же увидели нужную нам дверь. Быстрее. А вот он ключ. Слушайте, это легкий уровень. Вон там уже свинота ходит. Эй, я бегу, бегу, поймать тебя не могу. Что происходит? Да ты же на месте бежишь, глупая свинья. Вы посмотрите, боже мой, какие же эти свиньи глупышки. А где тут у нас? А, вот же. Все, отлично, коты. С компьютером мы намучились, но с инструкцией для компьютера
Мы справились быстро. Надеюсь, нам не надо ее никуда нести? Ага, понятно. Теперь нам надо снова искать компьютер, а нельзя было сразу это все сделать? Блин, я уже не помню, где он находится. Это что такое? А, можно прятаться! Под кровать! Прикольно. Будем знать. Только поздно мне это сказали. Все отлично? Мы пришли его чинить? Что происходит? Компьютер, чинись! Я не понимаю, коты. Мы же нашли инструкцию. А, к себе домой. Понятненько. Воу. Подождите. По-моему, нас пронесло. Как бы нам теперь разбить бы окно и выбраться отсюда? Ё-моё. Что-нибудь швырнуть? А, во! Чпонь! Да свинули, свинули! Ха-ха-ха! Быстрее бежим! Изучать инструкцию. Вообще странное задание. Пигги сломала компьютер, а мы должны его чинить. И при этом, при всем, они нас еще ловят. Ну что ж, коты, я надеюсь, вам понравилась эта игрушка. Обязательно ставьте лайки, скачивайте ее, подписывайтесь на мой канал. И всем удачки, всем пока!